определяли начало обрядов Сабантуя, первым из которых и была грачиная каша. Шешуясь ворота джипте, Сабантуя мучен дал здравос. Бертель тушен жерге, Эмэ кумылярде. Бисмилланы айтып, Изге ишке, Жин сызганы тутын, Туанам. Алтын кемеш түгел, Икмек харша, Бар нерседен, Эстен булган ол. Жир онасы, осыл бике. Түмесіне туқлығын бир. Томырына нытлығын бир. Ил үстіне ұлығын бир. Ил ішінде бізге де бир.
меня послал сообщение. Готовьтесь к подобающей встрече. Что это за местность? Чья земля? Аккуратнее. Не скажете ли, уважаемые? Это город мировой славы, город дружбы и гостеприимства. Слава Москвы распространилась далеко за ее пределами. Город дружбы и любви. Народ твой гордится тобой, значит, будет жить вечно. Уважаемый мой народ, я к вам пришел не как повелитель, а как гость. Огромное вам спасибо, что вы пронесли через века наш праздник. Сабантуй! Праздник, который идет к нам с давних времен. Радостно, что вы сохраняете традицию отцов и дедов. Мы от вас уходим с чувством удовлетворения. Будьте богаты и счастливы. На ваш праздник я пришел не с пустыми руками. От Ларгиле, от Ларгиле, шабыш от Лары. Бар микен ол татар ирегенің, отта сыпланмаған шақлары. Стремителен полеты лошадей, насколько в них мощи, когда они несутся вскачь, устремленные только вперед. Конь был главным богатством татар и башкир. Наши конники многие века славили себя мужеством. Их боевые качества – смелость, мобильность, бесстрашие, решительность и выносливость – отличали во всех военных походах и сражениях. И ныне, в год истории и 200-летия победы в Великой Отечественной войне 1812 года, мы не можем не вспомнить о героизме татар и башкир. В те грозные дни правительство царя Александра I издало два манифеста от 18 и 30 июля о создании ополчения для подкрепления войск и защиты Отечества. В ответ на эти манифесты с хребтов Урала двинулась в поход 23 пятисотенных полка. В полки поступило множество дворян, татарских и башкирских князей и мурз. Мещерский полк состоял в 3-й западной армии. Действуя в ее составе, наши воины прошли с ней всю отечественную войну.
постоянно находясь в делах против неприятеля. Они сражались на Бородинском поле, воевали в составе летучих отрядов, преследовали неприятеля при наступлении русской армии. Они представляли собой значительную силу. Сами французы отмечали их удивительную меткость и смелость. Мещеряки завершили свой боевой путь в Париже, первыми войдя в столицу Франции. От имени президента Федерации велосипедного спорта России Игоря Викторовича Макарова. Уважаемый Гайнан Рахматович, сердечно поздравляю вас с 75-летием. Этот юбилей не только ваш праздник. Сегодня вас чествуют ваши соратники, коллеги и миллионы любителей велосипедного спорта, которому вы посвятили свою яркую, неординарную жизнь. Золотыми буквами вписано ваше имя в историю мирового спорта. Ваши неоднократные победы в велогонках мира, чемпионатах СССР, спартакиады народов СССР и других престижнейших соревнований навсегда останутся неувидаемым примером отношением к спортивному долгу, чести и доблести. Вы снискали себе уважение и как выдающийся спортсмен, и как талантливый педагог, воспитавший целую плеяду олимпийских чемпионов и победителей велогонок мира. Желаю вам, дорогой Гайнан Рахматович, крепкого здоровья, успехов вашей многогранной деятельности во славу нашего Отечества. И пусть еще многие годы новые поколения российских спортсменов смогут перенимать ваш бесценный... ваш бесценный опыт. Поздравляю вас от всей души. И вручаю вам этот прекрасный велосипед. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо всем, всех с праздником, а я продолжаю жить на велосипеде. Продолжаем аплодисментами, дорогие друзья. Дорогие друзья, за значительный вклад в успешное проведение праздника Сабантуй мы благодарим правительство Москвы в лице Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связи с религиозными организациями. Открытое акционерное общество «Татнефть» в лице «Татнефть АЗС Запад». Открытое акционерное общество «Юнистрим». Антипинский МПЗ, попечительский комитет Совета муфтиев России, открытое акционерное общество «Банк Зенит», компанию «Поларис». Чай-тест. Открытое акционерное общество «Татфондбанк». Открытое акционерное общество «Холдинг ЭДАС». Открытое акционерное общество «Супер». Общество с ограниченной ответственностью «Альфибия». Значительный вклад в успешное проведение праздника внесли Республика Татарстан в лице города Набережные Челны и Республика Башкортостан в лице города Стерлитамак и Аскинского района республики, а также префектура Южного административного округа города Москва. Управление внутренних дел Южного административного округа, администрации и сотрудники Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское». Кадырлы дустар, бездин байрам давам ите. Начинаем концерт мастеров искусств. Республика Башкортостан. Кадерли яхташтар, куп милетли Башкортостан халкынан кайнар сәлемләр йөкерәбез. Добрый день,
уважаемые гости! Добрый день, дорогие земляки! От всей души приветствуем вас на празднике плуга Сабантуй! Милли байрамовын Сабантуй! Илге именлик, муллык хэм байлык алып килхэм! Дорогие друзья, национальный праздник Сабантуй проходит в рамках года 200-летия Отечественной войны 1812 года. Сегодня мы расскажем вам и о просторе бескрайних степей, и о гордости, и о величии башкирских гор, и о звенящей прохладе наших рек и озер. А самое главное, об открытости и широте души нашего народа, о любви его к родной земле, о красоте и скромности его девушек и об отваге его джигитов. Кадырлы дустар, эзе Башкортостан Республикасынын сәнгат осталары сәлемлей. Каршы алыгыз. И опора, люблю твои привольные поля, урманы вековые и озера, разлив твоих величественных рек, весенних зорь и лазоревую алость, любовь к тебе, земля, из века в век, из сердца в сердце нам передавалась. О, край любимый, мой Башкортостан, история земли твоей писалась. Морями слез и кровью гордых ран.
кровью, что в поля твои впитались. Александр Батша указы бойынса, бүгінден пахотқа қозғаларға тейшмен. Әдірлік несек? Тулығынса әдірдей қағым түрі. Башқұрт атларынан түрілген баштан аяқ құралы 20 егіз бол, тезден бойырықты күті. Әр болықта 2 командир, бірі башқұрт, екенсіхі ұрық, бәл старшына, 5 есауыл, 500 башы, 5 хорунжа, 10 50 башы. Башқұрттар яшаған әр үйәд, бәр екі екі полк бірді. Шулайы құлышыларды тулығынса, құраландырауды, ерлендіреуді, кейіндіреуді, өзебіздің итептен болды. Үттәлме аттар, адық түлек, қаралған мы? Әлбетте түре. Әр егітке бір ат итебірен тұш, халық, 4700 тұғын баш ат, тән 5-7000 хұм ақсайы берді. Яқшы, бек яқшы. Түре, Башқұрт илінің диния назараты тарапынан әр полка берер мұлла білдәленді. Сит жерді әлі хақ мұсылман Аллахы құлы икәнлігін ұнытпағын дейдік. Әм мәрхум болған яугердарымыздың енін Аллахы тәғілі мәрхәметтеріне тапшырыл да біздің бұрыс. Мәслихәт, олай болғас, кәмәғәт, дұға қылайық та, сәхәрға сығайық. Халқым есіміне кер түшірмеске, еліпіз, Жеребет азатлығы үзін ен аямай ғошырға. Ақ кейізге басып, ант итем. Халқың даны болып қайтығы. Амин. Дұшман мүнен алышқанда дұл кештерімді ұт үсіне қалдырмаққа. Ақ кейізге басып, ант итем. Қош болып ұсып қайтырға яғын. После вторжения наполеоновской армии в пределы России в мечетях оглашали манифест императора Александра I и предписание с призывом об обороне Отечества. Уже к 15 августа 1812 года башкиры пожертвовали в пользу армии 500 тысяч полновесных рублей царской чеканки. Добровольные взносы продолжались и в сентябре. Башкиры собрали и подарили армии 4139 лучших строевых лошадей. Народ был охвачен небывалым патриотическим подъемом. На войну вместе с мужьями шли даже женщины. Всего в Башкирии было сформировано 28 башкирских полка. Thank you.
Чинами, награждены орденами и медалями. Как огня боялись французы необузданной, неуловимой башкирской конницы с их разящими стрелами и луками. За меткое оружие, быстроту и своеобразное одеяние европейцы прозвали их «северными амурами». Башкирские воины, принимавшие участие в военных действиях Отечественной войны, прошли славный ратный путь в составе русской армии до самого Парижа.
понимает ли. Вас приветствуют солисты из Севайской государственной филармонии. Yeah.
Дорогие друзья, вас приветствует ансамбль народного танца «Сивай». Башкирский краковяк. Задели. Сезне Татарстан Республикасы Йор Шаллы Сәхне Асталары Сәлемли. Оққалабызның көп милләтлі қолқыннан сізге қойнар, елқынлы сәлемлерімізді жеткіребіз. Сабан тұйлары мөбәрәк болсын! Дорогие друзья, вас приветствуют мастера сцены города Набережной Челны Республики Татарстан. Күкте бүгін турғайлар сайрады. Сабан туй білен, бәйрем білен. Гармоншылар гармон тартты таңда. Сабан туй білен, бәйрем білен. Мәскеу күрлеп тұра жырдан кейден. Сабан туй білен, бәйрем білен. Бош қалаға күпме қунақ келген. Сабан туй білен, бәйрем білен. Сілгілер білен сәлемлі сабан тойы қылғасы, бейрем тамашасының ол айырылмасылық еласы. Әдірісілер, алқышылар білегілетіп қаршалығы сәхне түрінде Татарстан Республикасының от қосанған артисті Рауил Галиев хәм Бұлғар бүйі театры сәлемлі сізіне. Әссәлемі алейкум, дұстар, туғандар! Сабан тойы бәйремдәрі мүбәрәк болсын! Әйлерінің емдәрілі Сабан туйы бәйрәмі Сабан туйға дүзінің яқта Сен тунаққа келем Гармоншылар гармонсызда Атлар шыққан ярышқа Мені сұмын
Балык. Сабантуй – это праздник, сохраненный и перенесенный через века. Сабантуй – один из самых красочных праздников мира. Отведайте радость прикосновения с прекрасной народной музыкой. Примите активное участие в народных играх. Сабантуй – жиркешесенен. Гасырлар буе сабан сырген игенше татарнын тарихи гюзель хызмет бейрамедир. Сабантуйында крешчелернын сафа тағында кинее. Яңа батырлар пейда була. Кешелеребіз ищен. Сабантуйның сылгесі оп-ак. Чинки халкыбызның яшайшы хызур. Бүгінгі сүмі кадес. Хаял ымтылышы саф. Таны зур. Сүзе бак. Сабан іші түгелленгеш ауыллар бейрамиде. Сабантуйы ауыллардан бары дүния буйлап кете. Сабантуй атлы ил буйлап, кыз хэм улларын барлап. Ауыл бейрамы Сабантуй. Йөри татарны данлап. Хөрмәтле Сабантуй кунаклары, алкышлар белән каршы алыйк сәхнә түребездә. Илшат Хамадиев һәм Татарстан бию ансамбле җырлый-җырлый кайтам авылыма. Шышымадыр бейремдер бен Жырлы-жырлы пайда балыма Жырлы-жырлы түшім дауымна Талир тенге кебік елтыраған Салтын чишмешімін сағынна Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында, дүшісінде татып Дүния бізі қайтып келемір Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында, дүшісінде татып Дүния бізі қайтып келемір Дауда түшу, дүлем даларыма Барышылары, дүлем сарыла Күкіреп яқан шексіз басулары Шықпы соқмақларым сағынам Жырлы-жырлы пайда балыма Үдесіңі туған түбеге Ашысында үшісінде датып Дүния бізі қайтып келеді Сіз бәрдерері жилі бірдетке шағыр сағына Бала шағым ұлым бұл үйтісіне Бірлігенде ұрман яғанлан Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында дүшісінде даты Дүния кезі айтып келеді Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында дүшісінде даты Дүния кезі айтып келеді Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында дүшісінде даты Дүния бізі пайдып келеді Жырлы-жырлы пайда балыма Күдесіңі туған түбеге Ашысында дүшісінде даты Дүния бізі пайдып келеді Ашысында, дүшісінде татып, дүния бізі байып келеді. Бейрем білен, зұр рахмет. Ирак жеріне яқын етіп, Сабантуйға келдік біз. Мұнда да біздің туғандар, дұстар барын білдік біз. Ай дубыр дубая, вай дубыр дубая. Әйдегіз бірге жүрлейбіз. Біздің яқташлар қоя. Татарстандар бар ма?
ашып бірге болса иғәле, ұйнап келіп жұрла бейіп күңел аша иғәле. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, сәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, шула яулығыңды рейлеп айтып келесің байя. Алдымы дейсең мал бетерме, шәстердегі кейбітті, бейімі дейсең күйбітерме, өзінің кебігі егітке. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, сәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, шула яулығыңды рейлеп айтып келесің байя. Бие, бие, бие сәне, шушы тапмық кейіне, тапыр-тапыр бие сән күңілгіне сүйіне. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, сәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Зарзла тимеш анасыздар, йоқым кесе йықлай жанны уятармасыздар. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, сәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, шула яулығыңды рейлеп айтып келесің байя. Шатсын яқтып атла деймәс мекен түшіне, кеш яқтанда исі біләп дед күрмәс мекен түшіне. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, зәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, шуар яулығыңды рейлеп айтып келесің байя. Уран бойы, юл бойыла, иіл бойы, су юла, күптір жаным шығырсың деп йықламадың тіл бойы. Байы дубыр дубая, зәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, шулар яулығыңды рейлеп айтып келесің байя. Билігіккен юрқығызла яптай анна ұттығыз, турығыздан іш әйлендімі қолды екен юқығыз. Байы дубыр дубая, байы дубыр дубая, зәңгер яулығыңды рейлеп байя барлық син байя. Рахмет, хабыслар! Ир сүзі янына от сүзін кушалар тик біздің татарда. Егітлер ир болып жетіше, ерлет атланып атларға. Атлар шаба, ғымыр елі бойлап, от істінде заман егіті. Ауызлықлап тұрмыш незакларын, замананы бақша күлейтті. Зәкдері Татарстанның от қазанғын артисті Захир Насыбуллин. Ты оттаушлары, конакланып ұша ойыпла. Ерлерді тоттар егітлері, бәйгілерге шыққан жойдақлар. Ерлерді тоттар егітлері, бәйгілерге шыққан жойдақлар. Шашып ярсулары, бабайлардан келе далы бәйге. Юғалмейше кешіп осырларны, бабайлардан келе далы бәйге. Юғалмейше кешіп осырларны. Ир қонатып аз болыр деп еткен, халқын сөзі дүріз қақ екен. Әклерге яқшау дәрті берген, ұзышларда жинген от екен. Әклерге яқшау дәрті берген,
Узышларда жинге отикен. Ах, отларның югыр осылары, ах, ерекнің шашып ерсулары. Бабайлардан киле донлы бәйге, юғал ише кишіп ғасырларны. Бабайлардан киле донлы бәйге, юғал ише кишіп ғасырларны. Вақыт белгілер, дүния бәйгісінде кім жеңген? Вақыт әйтір вақыт белгілер. Ақ атларның йылғыр асылары, ақ ерекнің шашып ярсулары. Бабайлардан киле донлы бәйге, юғал ише кишіп ғасырларны. Абайлардан киле долы бәйге, юғал меше кишіп ғасырларны. Юғал меше кишіп ғасырларны. Юғал меше кишіп ғасырларны. Рахмет! Сабантуй, ты вечно юный, ты времени и течению не подвластен, ты добрый, озорной, веселый, шумный. О, Сабантуй, ты молод и прекрасен. Келген яшәу уты, йөрәкләрдә безнең янау. Бәхет телим сиңа, бәйрәм халкы. Бәхет телим сиңа, Сабантуй. Радости и свету. Здесь каждый гость наш самый лучший. Наш Сабантуй всю пригласит планету в свой веселый танцевальный круг. Thank you.
визиткада. Татарстан Биоансамбле! Савантуя Йонгаверле! Кюгенашик Шундабер! Биемиде Жирлапида! Утмесенши Яшамер! Адрусларе Бездень! Йоршала Шагарна Кибиансах Несталам Нанчашларе Диомите! Йорат Канжерчевас! Татарстан Республика Сунан! От Козанган Мединет Казметкере! Осия Ахмедшина! Уважаемые гости праздника, на сцену приглашаем спонсоров Сабантуя, производителя чая ТЭС и кофе Жардин, Людмила Атаева. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады возможности принять участие в сегодняшнем празднике и представить вам чай ТЭС и кофе Жардин. Думаю, вы согласитесь,
с тем, что чай и кофе – это уже гораздо больше, чем просто напитки. Чашечка чая или кофе – это часть нашей жизни, нить, позволяющая объединить людей, особый символ гостеприимства, расположения и добрососедства. Поэтому мне особенно приятно, что сегодня вас весь день будут сопровождать чай Тесс и кофе Жардин, поскольку они, как мне кажется, полностью соответствуют национальным традициям и характеру замечательного веселого праздника Сабантуй. Позвольте еще раз поздравить вас с праздником, пожелать здоровья, благополучия, хорошего настроения. Пусть сегодняшний день доставит вам такое же удовольствие, как чашечка свежезаваренного чая Тесс и кофе Жардин. А кто хочет попробовать чай и кофе, я приглашаю вас в ярко-оранжевую палатку. Там можно попробовать бесплатно и приобрести понравившийся вам чай. Хорошего дня. До свидания. Мы говорим спасибо нашим спонсорам и партнерам праздника Сабантуй. Сберегите новой жизни зерна, чтоб ростком подняться новых дней, чтоб кружилась весело и звонко песня счастья над землей моей. Наш праздник продолжает талантливая, очаровательная солистка города Набережной Челны Республики Татарстан Лилия Хайруллина. Варшава Касадрслар. Ирден, ник бу сабантуйлары, кин сайын болмай икен. Бүтін тереякта бүгін эйлен-бейлен, кора күннер артта қалсын, якты біздің бейрем, якты біздің
бәйрәм. Хөрмәтле Сабантуй кунаклары, кыштау-кыштар белән сәхнә түренә Болгар бию театрын чакырып калыйк. Сезнең өчен кызлар биюе. Татарстан Республикасының ат қазанған артисті Габидулла Хурматуллин. Бәйрәм носит свое новое прекрасное. Вот точно так же в Москве мы сохраняем самые лучшие традиции. Культурные центры создаются. И люди показывают самое лучшее, что принадлежит их национальности. И вот этот праздник Сабантуй, это стал уже быть...
Исәннәр бәсез, хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләр. Мәскәү өлкәсендә, Мәскәү шәһәрендә яшәүче татарлар, башкортлар, туганнар, дуслар. Бүген Мәскәүдә Сабантуй, олы бәйрәм. Мәскәү Сабантуй майданына Татарстаннан, күп милләтле халкыбыздан, татарлардан сезгә сәлам. Бәйрәм белән, эшегездә уңышлар, тормышыгызда байлык, сәламәтлек һәм олы бәхетләр телим. Дорогие друзья, уважаемые! Бәйрәм, шатлык дия барларга, көмеш кыңгыраулар шыңлады, Сабан туе килә! Уже не первый год мы празднуем Сабантуй вместе с нашими друзьями из города Набережные Челны Республики Татарстан. Это наше. Мы рады также приветствовать наших друзей из Уфы, Сибая, Стерлитамака, Аскинского и Баймакского районов Республики Башкортостан. На этот праздник татары и башкиры приглашают не только друг друга, но и людей всех национальностей. И чем больше гостей приходило на Сабантуй... 2019 года многие положили жизнь за свободу нашей страны. В этот праздник я бы хотел выполнить еще одну приятную миссию и зачитать приветствие президента Рустема Закиевича Хамитова участникам Сабантуя. Уважаемые участники и гости Сабантуя, от имени многонационального народа республики от души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Яркая самобытность, традиционное гостеприимство, добрый дух Сабантуя привлекает к ним и культурного сотрудничества. Празднуя Сабантуя – это еще одно проявление уважительного, бережного отношения к национальной культуре тюркских народов, их духовным и нравственным ценностям. Убежден, что сегодняшний праздник. Веселитесь от души, принимайте участие в состязаниях и играх. Сабантуй – самый открытый и демократичный из всех праздников. В нем каждый может найти одновременно стать и зрителем, и участником. Байрамдар мөбәрәк булһын, Сабантуе балындарга дәрт, йөрәктәргә көдрәт бирһен. Ил җиребез имин, бала-чагаларыбыз, кардәш ыру, туган-тумача сау-сәламәт булсын. Матур итеп, бәйрәм итегез, дуслар! Да здравствует Сабантуй! Великий праздник народов! Я
кызлар киле, эй озларны, нишке билле жиллер куа. Күннер ояс, көктен алсу, нур шешіп, кыяш киле. Кыштар кайта, агындырган туған үткен илдері, күндерін юлда үткеріп, куанышы бұсылар. Канаттарына күдеріп, ян кілдіре витурал. Теплым светом залиты лес, поля, луга, сады. Ярко светится в лучах деревенских домов ряды.
шапочки. Сабантуй-2012 Розу Хабибулину! Татарская народная песня «Огидель». Oh.
дружная артистка Республики Татарстан Роза Кабибулина. Сейчас на сцену приглашаются гости нашего праздника, бурятский ансамбль танца «Ангара». Thank you.
знак благодарности нашим народам царским указом было дано разрешение на строительство первой каменной мечети в России, которую построили в Москве. Сейчас она нам известна как историческая мечеть и находится на Большой Татарской улице. Karagiz gel bari ey, karagiz boyundan ey.